Да. Линкольн Барроуз. Кэролин Рейнольдс. Мне сказали, у вас для меня что-то есть. Вы слушаете? Я слушаю. Наконец-то мы беседуем. Как я мечтал об этом в те 242 ночи, что я провел в камере смертников. Просто поставьте запись, пожалуйста. Это ужасно. Но выбора не было. Тебе надо было держаться подальше. О, да. Я остров Терренс, далеко-далеко в море. Но я не оставил тебя. Послушай, не погружайся в негатив. Боюсь, мне уже не всплыть, Карен. Я на расстоянии телефонного звонка. И 3000 миль. Ты хоть... Ты знаешь, как тут холодно. Мы обсуждали это, Терренс. Ты знал, что тебе будет одиноко, но что это временно. Он уже подал апелляцию. Все это пролетит в один миг. И скоро мир забудет о нем. А заодно и о тебе тоже. Обещаю. Обещаю. Но мне невыносимо не видеть тебя, сладкая Карен. И я хочу тебя видеть, но сейчас невозможно. Дом такой большой, а я представляю тебя... В постели. Знаю, я тоже. Твои тихие прикосновения. Он сразу умер, выстрелив в себя. Он умер куда быстрее, чем мой отец, которому стреляли в спину. Тот умер у меня на руках. Я хочу знать, как это было. Ваш брат извинился. Сказал, что ему жаль. И тут его мозги разлетелись по стене. Мгновенно. И он сам так решил. А теперь пора что-то решать и вам.